Здравствуйте и добро пожаловать. Порой нами движет сердце, а порой разум. Понимаете, мы все принимаем решения в зависимости от наших моральных устоев. И нам приходится жить с этими решениями или умереть из-за них. Примите решение, эмоционально или рационально. Очень надеюсь, что вы получите желаемый результат. В предыдущих сериях. Кстати, это Брэд, мой младший братишка. Чувак, знаешь, я не очень отношусь к новым людям, типа того. А где шкипер этого корыта? Ну что, все готовы к отплытию? Нечего докладывать, кроме того, что мои клиенты набрали кучу вещей и отправляются в путешествие, о котором понятия не имеют. Что ты знаешь об этом месте? Только слухи и теории. У нас незваные гости. Возьми. Используй, если придется. Куда вы меня ведете? С чего мне тебе отвечать? Флис, час 32. Нижняя палуба заброшенного грузового судна времен Второй мировой. Ну ладно, выходи. Давай, покажись. Проклятие. Это место проклято, мать его. Взгляните на это. Что это был за звук? Какой звук? Олсен! Кажется, он теряет терпение. Твою мать! А разве мы не были здесь раньше? Господи! О боже! Этот парень, возможно, все еще здесь с нами. В смысле, если ты умираешь на корабле, твой призрак остается на корабле. Да ладно. Ты понятия не имеешь, о чем говоришь. Олсен! Говорит не по-русски. Что это было? Снова говорит не по-русски. Вот дерьмо. Так, ладно. Что только что случилось? Я не знаю. Эй, что?
Давай, нам нужно двигаться дальше. Это большой корабль, здесь полно коридоров. Мы должны исследовать каждый этот чертов коридор, чтобы найти выход. Нам нужно выбраться на палубу. Это нехороший знак. Что это было? Эй, заткнись. Что ты делаешь? Господи, что здесь случилось? Встретились. С надеждой. Я вытащу нас отсюда. Раздражительно. Перестань быть таким странным. Брэд. Слушай, соберись. Я пытаюсь вытащить нас отсюда. Прости, Флис. Я просто... Где мы? Куда мы направляемся? Ты только посмотри. Нет. Нет. Нет, нет, нет. Флис! Спасти себя, спасти Брэда.